Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, а также Донни. Мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, это шоу «Эксперименты в GTA 5». Кукусяндр, пацаны. Сегодня, друзья, у нас новенькая подборочка. И здесь у нас есть, друзья, новая Бугатти, также новая Ламборгини, БМВ, куча всяких внедорожников, драгстеры, ну и так далее. В общем-то, давай мы с тобой сейчас возьмем по первой тачке и попробуем перелететь всю карту. Итак, друзья, две новые тачки. Посмотрим сейчас, на что они способны. Погнали. Так, кстати, давай. Не, нормально. Держится. Так, я тебя обгоняю, ну, и я набрал 1800. Идеальный, да? Прыжок. А ты где? Лечу. Братан. Да, братан. Ну, я, короче, тут плохо очень. Братан. Что такое? Охренеть, она летает. Да? Она летает, офигеть, как классно. Я перелетел гору. Ну окей, ну я сразу... Давай. А, не, подожди. Чего? Что такое? Упала? Не, ну она сейчас, да, она теряет скорость и уже падает. Слушай, она офигеть как летает, ребята. Давайте мы вот тут останавливаемся. Чек энжин! Все, вот тут мы, короче, останавливаемся. В общем-то, ребята, пролетела она вот сюда. И чтобы вы понимали, ребята, это вся карта. Охренеть. Ладно, друзья, давайте вернемся к следующим тачкам и попробуем прыгнуть на них. Давай. Следующие тачки, ребята, это BMW и Onix. В общем-то, погнали, братан. Желаю тебе удачи. Давай. Слушай, прикинь, сейчас на BMW перелечу тоже карту. А? Ну, она могёт, на самом деле. Она могёт, она не то слово могёт. Хотя была скорость. Ну, 1700 вроде, 1800 и 1500 при вылете. У меня такая же, да, скорость была. Офигеть, пацаны. Чтобы вы понимали, я уже... перелетел Вайнут, и я перелетаю озеро. Да ладно. Ну да, я, мне кажется, упаду за озером, но гору я не осилю. А ты где приземлился? Я еще лечу. Ага, ну то есть тоже интересненько посмотреть на твой результат, но... типа на строечке здесь, как короче, я предполагал, да, я под горой Чили и остановился. Друзья, ну вот уже вторая тачка у нас... пролетел очень-таки хорошо, и это старенькая BMW, в принципе, немцы делают вещи, вот, на самом-то деле, а ты... Ну, я здесь, сюда, да. Да, ну да, половина карты была тобой одолена, и давайте вернемся к следующим тачкам и прыгнем на них. Следующие тачки, ребята, это Мерседесик и Тойотка, погнали! Давай. О, а чего его так вниз придавило? О, то слева, то справа ты, привет! Здорово. Полетели! О, я даже не смотрел на скорость, ребят, напишите в комментариях, а я полетел как-то максимально странно. А, его крутит, вертит. А ты прям чистенько полетел, да, я так полагаю? Да, ну прям хорошо полетел. Я так-то лечу на Чили, нормально. Кстати, а я приземляюсь туда же, где и Оникс. Ну, даже перелетал его. Да, я уже падаю, это будут два скилл-тестика, которые здесь. Или даже озерцо, или скилл-тестик. Или озерцо. Или скилл-тестик. Или железка. Железка! Я перелетел железку. Так, а я, кстати... Отрикошетил-то хорошо! Ребята, а я, короче, на спуске без тормозов. Братан, я в итоге остановился в заброшенной автомастерской. Так, а ты, получается, говоришь на спуске, на без, спуске тормозов, без тормозов, да? А да. Давай посмотрим, где ты. Ага. Ну, практически... Да, я здесь. Практически одолел и поставил новые рекорды. Следующие тачки, ребята, это Химикуда и Феррарика. Погнали! Давай. Так, и... Так, отлично, я встал, вот погнали. 2000 я полетел. 2000? Если будет близко к делу краша, то я... Вроде может. Оооо, и 1700 вроде бы было бы на вылете. И, кстати, со скоростью 1100, 1000 я теряю ужасно быстро, теряю скорость. Я-то перелечу озеро, но мне кажется... Нет, я не осилил всю карту. А ты перелетел? Я еще лечу. А где ты летишь? Стоп. Я лечу и перелетаю. Ага. Да. Охренеть, кстати. Ну да, ты перелетаешь карту, это перелетел, круто. Перелетел, да, все, что можно. Я в итоге, ребята, приземлился за картой, точнее, за горой Чилет. Вот, да, и это да. Вот здесь. Ну, также спуск без тормозов. Давайте тут вот мы отметим его. Так, а ты вот здесь, Феррариком. Окей, да. Друзья, давайте прыгать на следующих тачках. Следующие тачки Demon Cup и Zenva. Погнали, братан! Давай. Я, кстати, давно на джипе-то не прыгал. Ну и да, но Zenva, по идее, проверим. Особо не летает, да, как я помню? Ну, не знаю, кстати, ну 1500 и я вылетел и лечу. Ну, ну интересно так, 1700 вроде было. А, ну ты прям очень низко летишь. Охренеть, ну, да, ты низко летишь, низко, я вот да, наблюдаю да. Я говорю, тобой. Он
Он не летает особо, я это помню. Ну да. Слушай, ну я, видимо, перелечу озеро, да, я так полагаю, или же нет? Ну, так же где-то... Не знаю даже. А, да, я в озеро лечу, я прямо, да, прямиком в озеро. А ты уже встал, да, или нет? Не, я сейчас туда же, где... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, да, ребята... Опять на строечке, короче. Да, это озеро, ну, как оникс прыгнул в итоге. Я понял. Окей, друзья, у меня вот здесь рекорд джипа очень-таки неплохо. Это озеро, а мы отправляемся прыгать на следующих тачках. Давай. Следующая пара машин — это два бывших рекордсменчика, Хурпер, а также Аперта. Погнали! Давай. Так, ну ты пострадаешь, я знаю, она немного такая подлетать любит. А я в итоге... Ну, вроде бы зацепилась более-менее, но правда скорость небольшая очень. 1400, и я полетел, братан. Да? 1100, 1000. Ой, она быстро теряет скорость. 800. Да? Ну, я еще лечу, кстати, нормально, вроде бы, более-менее. Так, а я не вижу, ты выше или ниже? Ну, непонятно, кстати, я вообще падаю сразу, это... Все, что ли? Я даже не долетел до байкерского поселения и приземлился. Я в озере. Нихрена, нихрена себе, ну ты даже, да, дальше получился. Так, ладно, это, кстати, если так посмотреть, ты даже перелетел озеро, да? Ну да, я прилетел, под горой ты остановился. Горе, да. Слушай, ну я в итоге не долетел до озера, это очень-таки плохо, я думал, что Хурпер перелетит его, но не получилось. Ладно, друзья, берем следующие тачки и прыгаем снова. А следующая пара — это, друзья, Драгстер и А8. Погнали. Давай. Так, Камарас хорошо летит, и А8 тоже. По идее, да. Я в итоге 1500, и я полетел. 1800, сейчас тебя, наверное, обречу. Как ни странно, он не горит, ребята. Он обычно горит при, да, когда мы прыгаем, при ударе. Нет, что-то я плохо полетел. Ты... А ты вообще куда-то вправо полетел? Да, кстати. Не, ты влево, я-то вроде нормально. Так я обычно вроде бы ровно как надо. Да. Ты на грейпси вроде летишь, да? Ну, нет, тогда туда же, как в прошлый раз примерно. Так, ребята. Офигеть, хорошо. Тут Драгстер полетел, и, возможно, я побью рекорды всех тачек, которые здесь приземлялись. Так, да, я здесь встал. Ну, кстати, ну, я, короче, нет. Просто припарковался. Короче, я упал между Феррари и, кстати, Химикудой. В итоге я здесь. Да, а ты там давай посмотрим. Ну, а Донни, друзья, приземлился у нас вот здесь. Ну и давай тогда вернемся к следующим тачкам и прыгнем снова. Итак, друзья, следующие тачки — Range Rover и Devil. Погнали, в общем-то. Давай, разгоняемся. Перепрыгнуть карты. Посмотрим мы сейчас, кстати, дальше ли это, чем Бугатти. Я полетел. Я тоже, кстати, полетел. С большой скоростью я тебя перелетаю, братан. Да? Да, я просто, я вы... Да, я кстати. Я выше всех лечу сейчас. Я перелетаю горы на изи, а ты не перелетишь ее, наверное, да? Не, перелетел. Уже я почти. Да. Хорошо. Не, ну, кстати, слушай, Range Rover очень высоко летит, прям очень. Но есть такое, охренеть, да, как высоко. Ну да, ребята, да, нет. Да. Не, это прям сильно далеко и очень-таки круто. За это обязательно ставим лайкосики. Он перелетает Бугатти прям с легкостью, ребята. Ну, в общем-то, сейчас, конечно, нахер. Сваливаем. Все, я утонул. Сваливаем, да. Я в итоге бросил тачку, я даже не знаю, куда она там приземлилась, потому что, ребята, чек энжин, если бы не вылез, то тогда бы игра бы крашнулась. Окей, давай вернемся к следующей паре. Это Магнум и Гелик Юры. Погнали! Давай. Со скоростью... Сколько? Две будет? Две не было, 1600, и я полетел. Кстати, меня очень сильно как-то вверх подкинуло. Я тоже полетел, обидненько. Очень обидненько, я вижу тебя, такой пикселечек. Так, ну я перелетаю. Ты какой пикселечек? Это пиксель! Огромный пиксель, какой пикселечек? Ну да, ты увеличиваешься. Так, слушай, я... перелетел гору и перелетел карту, но это не его рекорды, потому что, ребята, я цепанулся, и из-за этого я потерял скорость. Так, а интересно посмотреть, куда ты приземлишься. Ты очень высоко летишь, кстати. Я, кстати говоря, да. Охренеть, ты высоко летишь. Так, ребята, снова сейчас будем ловить чек энжин. Тихо, где-то сейчас. Да, все, свалили нафиг. Отлично, так, а ты? Чек, я вот здесь, все. Да, и ты где-то здесь, да, получается? Я умер, все, ладно. Я не успел. Ребята, охренеть. Так, получается, вот здесь ты был, вот здесь у нас где-то Гелик и Магнум. Я тоже сдох. Да ладно!
сильно. Да, ребята, на самом деле прыжки — это дело такое себе. В итоге, ребята, получилось так, что сегодня у нас рекорды поставили Magnum, Гейлик, а также, ребята, Range Rover, ну и Бугатька тоже там куда-то далеко прыгнула. Это очень-таки круто, и я очень надеюсь, что ролик вам понравился, ребята. В итоге обязательно влепите лайкосики, ну а мы с вами прощаемся, всем удачки и всем пока. Пока.